Так, мы подъехали сейчас к Фоку. Фок в Приокском районе у нас находится, в Щербинках. Вот дверь у нас такая. Но с этой дверью что-то не то. Про противопожарным нормам. Здесь должно быть окно, и оно должно открываться. Вот. Так, тут у нас, ну, наверное, чтобы вам проходить, может... Ну да, мы сейчас скинем его. Ну тут это, пожарный... Нам надо сейчас сначала демонтировать пожарную сигнализацию. Мы уже начали здесь. Сейчас рисуем здесь силуэт нашего будущего окна. И начинаем его пилить. Мы нарисовали наше будущее окно. И сейчас будем его... И новое окно. Бдыщ сюда. Компания «Оконный мастер» работает. Сюда. Ходи. Стой. Вам не дал. Блин, класс. Так, у нас возникла идея ее засунуть помещение, люлечку, прям туда на ней заехать. Вот, не знаю, получится, не получится. Так. Не, не влезет. Да. Нет, ничего не вышло. Тесновато. Так-то вроде получилось, но тесновато. А нет еще. Ага. Ну все, давай тогда. А. Ну я здесь так же делал. На лицо-то мне пофигу. Что-то там поджалось. Ну и все, отлично. Опа. О. Нормально. Кстати, вообще тема. На люльке заехали. Короче, рассказываю. Мы сейчас срезаем окно в эту дверь. Ну, тут высота там 2 метра условно. И мы заехали сюда, на автовышке. Вот автовышка стоит. Вот она кран сюда подала свою стрелу. Вот эта люлька. И мы прям засунули прям в дверь эту люльку. Сейчас будем пилить здесь. Прорезали контур будущего окна. Сейчас будем бугорок его пилить. Первый раз на люльке из помещения работаю. Значит, мы пропилили все. Сейчас это вытаскиваем. Оп. Одной ручкой. И будем втыкать сюда окошко. Как только, чтобы оно не провалилось, фиг его знает, это сделать. Что-нибудь придумаем. Так, блядь, наш... один час стоял, мудак, блядь, взять не мог, что ли? Наше окно готово. Мы установили здесь такие четверти, сверху и снизу. И сейчас утеплитель сюда положим и будем крепить как раз через эту четверть наше окошечко. Да? Так, укладываем назад утеплитель, чтобы у нас ничего не промерзло. О, прям в нос прям перчинки залетают. Няшечка прям. О-хо-хо. Няшечка. О, блядь. Ну ладно. Так, значит, мы окно смонтировали. Это у нас помещение. Начальники все прикрутили. Все запенили. И сейчас несут слоку. Давай, подаван. Блин, сюда вниз. Кого? Саморез надел. Как? Ну хоть без белыми шляпками. Че за... Зачем? Нажимаем. Мы установили сюда дистанционный открыватель.
Вот, и все работает у нас. Оп-оп. Все, идем на улицу доделывать. Так, работа у нас подходит к концу. Люлька собирается. Смотрим по факту, что у нас получилось. Вот такое классное окошечко. Заходит в помещение. Солнышко у нас тут светит. У нас механизм установлен. Оп! Открылось. Оп! Закрылось. Все. Собираем инструменты. Вот такая работа у нас получилась. Так что если в Нижнем Новгороде вам необходимо сделать любые манипуляции с окнами, установить стеклопакеты, заменить окна, врезать и вообще любое обслуживание оконных и дверных, кстати, тоже. Если алюминий, допустим, входные, можете, конечно, к нам обращаться. Подписывайтесь на наш ТикТок. В ТикТоках намного больше видео выкладываем. Все, всем пока. С вами был Александр, оконный мастер. Ну все, подводим итоги. Окно мы установили. Установили привод дистанционного открывания. Ну-ка еще раз. Пробуем, как оно. Дергаем за веревочку. Оп, окно открылось. Дергаем еще раз. Окно закрылось. Все, лючик наш уезжает. И мы тоже с ней. Все, всем пока.